Переоборудование перекрестка на пересечении улиц Первомайской и Ленина близится к своему завершению. По согласованию с ГИБДД на месте кольца будет Т-образный перекресток. Напомним, сужение дорожной части в связи с обустройством тротуара и установкой в этом месте забора вызвало острую критику среди автомобилистов Нарьинмара. С учетом снежного покрова зимой участок дороги станет еще уже. Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, оценив проект, сразу же остановил здесь дальнейшие работы. С подрядчиком проведены переговоры и достигнуто соглашение о переносе ограждения в пользу ширины дорожного полотна. Сегодня состоялся еще раз разговор с представителем Упрдорприкамья. Они все-таки нас услышали. Мы достаточно долго, почти месяц, друг другу объясняли, доказывали, как и что надо сделать. Но на сегодня им придется все-таки опору эту переставить, заменить, может быть, придется заменить. Поэтому в течение пару недель еще перекресток все-таки будет расширен. И надеюсь, что вот та организация дорожного движения, которая мне приложена, она поможет, скажем так, исключить создание пробок в часы пик. Добавлю, окончание работ намечено на середину сентября.